Рис с маслом я готовлю всегда, когда он нужен в качестве гарнира. Он получается рассыпчатым, сливочным и невероятно вкусным. Рецепт простой и относительно быстрый. Для этого рецепта лучше всего подойдет рис басмати или жасмин. Если использовать ароматное ореховое масло, то блюдо получится еще вкуснее. А подробнее, как приготовить рис с маслом, я расскажу ниже. Рис – 1 столовый экон. Вода – 2 столовые экона. Соль – 1/2 чайных ложки. Сухой чеснок – 1/2 чайных ложки. Растительное масло – 1-2 столовые ложек. Количество порций – 2-4. Подготовьте все ингредиенты. В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Добавьте промытый рис, соль и чеснок. Обжарьте рис на среднем огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. В кастрюле с толстым дном нагрейте растительное масло. Добавьте промытый рис, соль и чеснок. Обжарьте рис на среднем огне в течение 5 минут, постоянно помешивая. Снимите рис с плиты, оставьте на 15 минут постоять. Рис с маслом готов, приятного аппетита!